Я ни разу не готовила этот рецепт. Друзья, привет! Меня зовут Джамиля, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу приготовить кекс в кружке без рафинированного сахара и без яиц. Я ни разу не готовила этот рецепт и хочу сделать это при вас. Давайте вместе приготовим и посмотрим, что из этого получится. В этом рецепте все ингредиенты отмеряются столовой ложкой. Итак, давайте начнем. В небольшую кружку сложите по 1 столовой ложке рисовой муки, кукурузной муки, нутовой и миндальной. Если у вас нет какой-то муки, то весь объем можно заменить на рисовую и кукурузную муку. Добавьте щепотку соли, четверть чайной ложки соды, 2 столовые ложки нерафинированного кокосового сахара и все тщательно перемешайте. В отдельном стакане смешайте 3 столовые ложки растительного либо любого другого молока с 1 столовой ложкой лимонного сока и оставьте на 5 минут. Масса должна немного скваситься. Смешайте жидкую часть с сухими ингредиентами и тщательно все перемешайте. Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и снова хорошо перемешайте. Обратите внимание, чтобы на дне не осталось сухих частей теста. Добавьте горсть ягод на свой вкус. Я взяла замороженную облепиху. И, конечно, снова все перемешайте. Теперь отправляем тесто в микроволновую печь на 1,5 минуты. Через 1,5 минуты кекс достаточно хорошо поднялся. И теперь нам нужно украсить верхушку. Украсить можно ягодами, кокосовой, либо шоколадной стружкой на ваше усмотрение. Ну что, наш кекс готов. Дадим ему немного остыть и давайте попробуем. Он такой мягкий, и текстура у него очень воздушная, такая пористая. Очень вкусно. Кекс получился очень мягкий такой, в меру сладкий, очень воздушный и не сухой. Реально классный. Да, кекс получился очень классный. Он вообще классный. Реально классный. Ну что, кекс мне понравился. Он получился идеальный, я бы сказала. Очень мягкий, прям как губка, воздушный. И совсем немного времени нужно, чтобы получить такое классное угощение к вашему столу. Спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, что вам понравилось это видео и понравился этот рецепт. Обязательно попробуйте приготовить, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Пока-пока!